традиционный новогодний подарок москвичам – очередной участок метрополитена. В самом центре столицы находится одна из новых станций – Пушкинская. Ее строительство было завершено досрочно. Новый участок метро открыл член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского городского комитета партии Гришин. Голубым подземным экспрессом открыт путь между северо-западом и юго-востоком столицы. Право вести первый поезд по новому участку предоставлено победителю социалистического соревнования машинисту Никифорову. Спуском завершающего участка Ждановско-Краснопресненского диаметра его длина превысила 36 километров, и он стал самым протяженным в московском метро.